Я Евгений фон Блюме, родился в Харькове 28 мая 29 года. В 1943 году, 5 февраля, вместе с мамой был депортирован в Германию, где работал на заводе Буноверке, поселок Шкопово. В 1945 году американские войска пришли, освободили лагерь, и нас переместили в лагерь перемещенных лиц в городе Торгау, откуда депортировали снова в Советский Союз. В 1947 году, спустя 2,5 года, значит, отправили на депортацию как немцев в Коми АССР, на спецпоселение, где находился я до 1954 года. В 1954 году, после указа о прекращении войны с Германией, мог вернуться в Харьков.